Повышение урожайности и рост посевных площадей. В Ульяновской области готовится к весенне-полевым работам. В прошлом году валовый сбор зерна в регионе составил больше 1 000 000 тонн. Это выше средних многолетних значений. Хороших показателей удалось достичь, несмотря на неблагоприятные погодные условия и сильное давление со стороны Запада. В этом году руководство региона планирует не сбавлять темп и поставить новый рекорд. О готовности к посевной кампании регионы отчитались на оперативном совещании. У нас за прошлым году 34 центнера мы в среднем собрали. Цель у нас 45, к ней мы идем. Я надеюсь, что в этом году следующий шаг сделаем. Ну и не менее чем 2 миллиона тонн, я думаю, мы соберем. Посевные площади в этом году увеличиваем на 15 тысяч. 704 тысячи гектаров засеем яровыми. Положительную динамику Ульяновской области отметил и федеральный центр. Говорили не только о положительной статистике, но и комплексном развитии агропромышленного комплекса. Производственные успехи трансформируются в доходы сельских тружеников. За последние 3 года заработная плата аграриев региона выросла на 62%. Видим, что стабильные урожаи. Мы говорим о том, что Ульянов сегодня является одним из лидеров производства и зерновых культур не только в Приволжском федеральном округе, а в целом по стране. Достаточно сбалансированная структура посевных площадей, которая позволяет диверсифицировать экономику. На совещании речь шла также о закупке минеральных удобрений. Они укрепляют корневую систему, способствуют росту злаковых, масленичных и бобовых культур. Так называемые подкормки в этом сезоне понадобятся 34 тысячи тонн. По сравнению с прошлым годом цифра увеличена на 5%. Кроме того, главы профильных министерств отчитались о закупке сельхозтехники. В 2023 году область приобрела 594 спецмашины. Готовность сельскохозяйственной техники к проведению весенних полевых работ составляет по тракторам это 82%, прицепной сельскохозяйственной техники 75%. В весенних полевых работах будет задействовано 4163 трактора, 2285 севок посевных комплексов, 2211 культиваторов, 862 дисковые бараны. Весенние полевые работы планируют завершить до 1 апреля. В этом году принято решение о ранней выплате на проведение посевной кампании. Связано это с ростом цен на материальные ресурсы. Всего на развитие сельского хозяйства по госпрограмме выделено 5 миллиардов рублей. Александра Никитина и Сергей Кудаков. Управда ТВ.